Здравствуйте все зрители, подписчики. Посмотрите, какая красота в горах с солнечным светом. Весна на улице. Весна, весна на улице. Посмотрим сейчас на горы с другой стороны. Я летом делала здесь на лужайке. Ой, боже мой, сколько солнца, сколько снега, сколько солнца, дров сколько. Хочу посмотреть здесь, если смогу пройти здесь. Я в сапогах. Я хотела отсюда снять горы. Опа, посмотрим. Доломиты. Так, как мне пройти здесь, чтобы совсем не упасть? Это что, проходили здесь люди, проходили или... Вот здесь вот самый лучший вид, красивый. Да, жалко. Ой, надо, наверное, подняться. Ой, на улице вообще такая жара. Я вообще в своем осеннем пальто, весеннем. Смотрите, домик там под горами. Вот эти вот самые красивые горы. Куртина. Так, посмотрим. Вот так вот я оделась. Так, выйду обратно и сделаю. Интересно, вот как выйти обратно. Снег твердый такой, который снеговик можно слепить. Солнце такое яркое, яркое, теплое, теплое. Опа! Теплое, теплое солнце. Потом я сделаю, какие квартиры сдаются, видео. Но не сейчас, потому что надо ехать во вчерашнюю эту, чтобы... Вот они, горы, видите? Чтобы, как красиво, чтобы купить продукты на обед, так как закрывается 12:30 на паузу на обед магазины. Вот я вчера ночью сделала здесь видео при ночном свете. Жаль, что фуникулеры не работают. Так красиво на фуникулере. Подъезжать к этой скале на фуникулере. Вот такие вот дела. Красота неземная. Красота. Посмотрите. Красота неземная. Я сейчас тоже из центра сделаю. Из центра сделаю. Привет всем! Я сегодня вся Камелла на фоне гор. Все тает на фоне гор. Всем привет! Вот такая вот красота. Всем пока, дорогие мои зрители, подписчики. Посмотрите, сколько сугроба. Снег везде, но солнышко весеннее. Я как снегурочка, наверное, растаю здесь, как в нашей сказке народной. С приходом солнца она растаяла. Так красиво. Доломиты, посмотрите, какая красота. Доломиты и картина Диампеццо. Там внизу речка. К сожалению, ничего я этим утром не успела. Проспала все. Боже мой, как красиво. Как красиво. Вот этот вот снег вообще не тронутый там внизу. Вот здесь вот абсолютно не тронутый снег.
видите, девственный. Один только прошелся, видимо, человечек. И нет никакого горнолыжного туризма. Нету. Все запрещено. Могут приезжать только те, у кого свои вторые дома в Кортино. Или только в отель. Все остальные должны сидеть дома. Никакого горнолыжного спорта, боже мой. Тут можно даже загореть. Можно даже загореть. Всем доброго дня от Жасминки Витальевны.